практически у нас завершается строительство основного храма. Это сейчас вот последняя работа, это уже крышу доделываем, крышу покрываем ее. И уже все подаем документы на сдачу первого очереди объекта. Фактически храм как здание у нас будет готов. Можно там совершать полноценную службу, там будет крыша, будет тепло, будет все чистенько. Колокола вот у нас, пока первый, нам тоже пожертвовали колокола прихожане наши, вот это за счет их самое первое, что они после часовни сразу мы сделали. Вот мы их туда повесим, они там будут висеть. Ну, попозже, наверное, еще большой колокол, конечно, выльем, но это тоже попозже. Потому что все хорошо, и техника, и плиты. Вот он, кран. Покажи, да, плиты. Да, сейчас покажем все. Брусчатка полностью готова. Я считаю, надо сейчас начинать, но они просят. Мы попросили, чтобы люди прошли вот на праздник сейчас. Вот в итоге сейчас уберем. Вот сейчас решим. Я за две недели. А ты, когда будешь работать, ты все делаешь. Вот. Мне нужно, чтобы они добро дали. Это расчищено, это расчищено. Материал это есть. Это в вашем году не будете делать? Будет. В октябре. Уже в октябре, да. Фасад закончен, и все здесь. Завершаем здесь. Ну, мы иконостас не будем. Это еще потом. Это все временно, все по-другому. Пока все у вас здесь и иконокодил другой. Все будет другое, да. Потом. Основной клон в сентябре все будет. Святейший патриарх его осветил при закладке. Будем обращаться к святейшему патриарху, чтобы он осветил его окончание в декабре месяце. Работы идут так, чтобы это слово данное строителям было выполнено.